Внимание всем, здравствуйте! И у нас последний, наконец-то, день в нашем адвент-календаре. Что бы там могло бы быть? Я вообще не помню. Не помню, вот даже близко. Посмотреть кино с Сашей. Вот. Где, в кинотеатре? Почему можно дома? Найдете какое-нибудь интересное кино, новогоднее или не новогоднее? Так что... Хорошо. В любой день. А тут вон милота милуется. Да. Ой, а чих такой, я тоже. Давайте целоваться, обниматься, целоваться. Пойдем подарок выбирать. Да, и там у нас почему-то мы что-то обсчитались, по два осталось подарочка. А мы потому что еще... Мы какой-то день прохохотали? Нет, запас у нас. А-а-а. Мы запас будет. Да, мы мыши еще те. Ну, там два маленьких у меня остались. Что-то такое. Наконец-то я буду делать. Короче, здесь я давно вот такую хотела. Это расчесочка, гребешок. Вот, из эпоксидки. Да. Алиса, выключить. Сейчас, открою, сразу покажу. Это форма для заливания, то есть эпоксидной смолы. Да, эпоксидка есть. Надо делать. Саш, тебе надо будет такой гребешочек? Красивый. Расчесочка. Смотрите, какой же прелестный. Да. Единственное, что как оно все это будет... Проверим. Ну, пока не попробуем, не узнаем. Да, ну вообще клевая штука. Да. Вот, буду делать, вам покажу. А она мне сейчас спрашивала, а что, формы ни одной, что ли, нет в подарках? Я спрашивала. Я не знаю. Вот, а я не знаю. У нас есть формочки. А это кто тут на верхотуру залез? Три звезды. Так, ну и еще один последний. Там что-то скромное точно должно. А что, сразу будем открывать? Конечно, без когда? Задания? Без задания? Да? Да, одно задание. Вот, как это? Вот так вот. А ты тоже два? А у тебя тоже два? Ты сказала, что у два. А, у тебя тоже, да, два. Нифига мы с тобой... Не, мы точно дни не прохохотали, потому что это... Даже если уже и прохохотали, и что да теперь? Нет, мы не могли. А это, мне кажется, как самые большие сладкоежки. Мне кажется. Та-там! Я никому не покажу. Ой, кто меня там за попу хватает? Никому не покажу. Это даже не наш шоколад. Да, это из дьюти-фри еще я притараканила, но я мышь запасливая. Тут три шоколада. Поэтому... Очень-очень. Три лады. Три шоколада. А, вот, клево. 280 грамм. Слушай, интересно, у нас такие, поскольку они грамм идут? Я просто ее очень сильно ругала, говорю, а зачем ты, говорю, у нас же тоже есть. Типа, она говорит, они не такие. Мы, конечно, попробуем, скажем, такие они или не такие. Ты знаешь еще, сколько должна попробовать всего? Я знаю. У меня опка слипнется, если я буду попробовать. У меня там просто, я все обещаю распаковать. На, вот эти вот пряники, я просто показала их и так и не пробовала, не вкушала. Вообще. Потом у меня эти есть восточные сладости. Две шоколадки. Одна в холодосе лежит, это вторая шоколадища, она была упаковала. Да. А потом, знаете, что потом сделала? Втихаря стащу комнату. Это она может. Да. Вот, ну а всех целуем, обнимаем наш адвент-календарь. К сожалению или к счастью для кого-то закончился. Но я думаю, что мы с Танюшей все-таки сделаем еще к 8 марта. И там будет маленький адвент-календарь. С 1 по 8 максимум. Да, там с 1 по 8, 8 дней как бы. Неделька. Потому что 30 дней это слишком накладно. И финансово, и морально, и физически. И мы не успеваем, да. А 8 дней... Да, до 8 марта в мае заканчивать будем. Нет, 8 дней, что мы быстро, мы так прям каждый день. Ну и еще раз всех с наступивших, всех целуем, обнимаем. Счастья, радости желаем. И до новых встреч. Пока-пока!